αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Η Άγγε Βλουγιάν σε όλον τον κόσμο, είμαι εδώ στην Ταράτσα. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα είναι μια γιορτή εδώ, στη Λαβίλα Πόρο. Έχω κλείσει τα 51, πάω στα 52. Η Άγγε Βλουγιάν σε όλον τον κόσμο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φερμές ευχές σας και να είστε όλοι καλά. Το κάθε ένα, ευχαριστώ αυτοπροσώπως, να είστε υγιείς, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι πάντα και παντού. Дорогие братья и сестры, друзья мои и все, кто меня знает, я хочу вам поблагодарить всех за ваши теплые поздравления в честь сегодняшнего дня. Сегодня у меня день рождения, уже перевалил за 50. Вот, спасибо вам большое каждому по отдельности, потому что у меня около более 1000 сообщений. Это с утра очень много поздравлений принимаю. И очень приятно, и очень чувствую себя, очень богато чувствую себя, тепло и богато. Вот то, что вот люди, вот вы меня, ну, помните, как поздравляете, это очень приятно. Я каждому из вас по отдельности хочу от души пожелать вам тоже всего хорошего, Божье благословение и доброго здравия всем. И будьте счастливы, здоровы и имейте всегда приятные эмоции. И будьте всегда радостны, душевно радость, чтобы была у вас всегда. Спасибо большое вам.